Всем привет! Сегодня я приглашаю вас на распаковку палитры для пан-пастели. Выглядит вот так. Пара слов о самой пан-пастели. Это американская пастель американского производства. Сделана она в виде таких кюветок, как пудра или как тени. И она носит звание гордое ультра софт, то есть она очень-очень мягкая. Прессованная пудра, по сути. Вот. Я начала с темного набора, так как искала темные цвета, с него и начала. Вот от него коробочка. То есть это уже от второго набора, от светлого. Потому что я уже подумала, что ой, нет, мне еще и светлые понадобились. Очень удобно. Так выглядит коробочка. Там в одном наборе 20 цветов было. И помимо них еще там бонусом идут всякие вот эти вот поролончики, которыми надо рисовать. Помимо ультрамягких свойств пастели, ее приятно отличает от других пастелей вот такие мастихины. То есть вы прямо мастихином набираете, не знаю, порошочек. И наносите на бумагу. Руки вообще чистые. Я настолько привыкла к этой пастели, что в принципе перестала пользоваться другими наборами. Только какие-то единичные штришочки, мазочки я добавляю уже мелками. А так, в общем-то, когда я дома нахожусь, я рисую практически полностью пан-пастелью. Но какие минусы? Минусы — это вот такая вот их упаковочка. То есть они продаются... Сначала кажется, что это прям очень здорово придумано. Она практически не занимает места. У меня здесь получается 40 цветов. Вот всего лишь, да, вот столько занимает. Но есть минус. Во-первых, когда вы начинаете какую-то работу, вам нужно понять, какие у вас цвета есть, да, так сказать, освежить в памяти. Для этого приходится все вот так вот разобрать и посмотреть. Потом вы отбираете цвета, которые вам необходимы. Вот. А потом в процессе работы вы берете еще какой-нибудь, еще и еще. И в общем, все это превращается в то, что у вас весь стол завален просто этими баночками. А собирать их как бы быстро не получается, потому что они, ну, не очень хорошо, скажем так, подходят к своим этим... Ну, резьба, в общем, не очень удобно закрывается у них. Потому что, вот можете посмотреть, я пока их туда-сюда вот крутила, да, они вот так вот уже не ровные столбики, а такие какие-то, значит, вот пизанские башни. И, естественно, это все занимает время, которого никогда нет, особенно в процессе работы. И в итоге получается, так и получается, что вы просто забиваете на это, и у вас стол просто вот равномерно занят этими штучками. Плюс у меня есть котик, который может зайти на стол полазить. Он вообще очень редко это делает, но все-таки делает. То есть уже случаи, когда он там сидел задницей своей на картинах, уже были. И некоторые картины даже были испорчены. Ну, зато попа у него была очень красивая. Вот. И вот даже несмотря на это неудобство, я решила еще добрать себе второй набор вот такой со светлыми цветами. Потому что очень удобно. Это реально прям... неплохо. Ну, думаю, может быть, цветы какие-то пойдут в ход. Я давно хочу заниматься ботаникой. Ну, и вот, видите, некоторые трудно раскручиваются. В общем, с этим надо что-то делать. Ну, ответ подсказали сами производители. У них есть самый большой набор. В нем, боже мой, не помню, сколько цветов. Он сразу же продается вот в таких палитрах. Я решила посмотреть, есть ли вообще эти палитры в продаже, ну, просто так. И они есть. Я взяла себе две такие палитры по 20. И если они удобненькие, хорошенькие, там хорошо закрываются, то я возьму себе еще на 10 штучек. Такие тоже есть. Для того, чтобы ходить на пленэры. Потому что, ну, на пленэре... тоже сделать быстренькую заливочку мастихинчиком. Ну, не знаю, зачем себе отказывать, если есть такая возможность. У этой пан-пастели все напоминает косметику.
сама она косметику и какие-то упаковки. Так, значит, они никак не закрываются. Моя идея про пленэр немного... Значит, стоит все это великолепие около 4000. Ну, как бы не очень дорого, на самом деле, учитывая, что это разовая покупка. Ну, посмотрим, как они потом еще будут в процессе работы. Как себя покажут. Может быть, они сразу же сломаются. Попробую распихать их по... Ага, сюда плотненько входят. Прям очень плотно. Это хорошо. Ну что ж, вот я и разобрала мои два набора. Светлые тона и темные. Этот первый набор, этот второй. Тут вот, как видите, можно заметить, что некоторыми цветами я вообще не пользовалась. Первое ощущение, впечатление. Я немного разочарована, что они довольно хлипкие. Такие мягкие. То есть, в принципе, я думаю, они не подразумевают того, что с ними будут куда-то ходить. Но я все равно закажу еще на 10 штучек. Пастель как бы удобная, мне она нравится. И думаю, на пленэре она тоже будет хороша. Там быстро можно менять цвета, несколькими мастихинами работать. В общем, вещь удобная. Осталось только приспособиться, как ее с собой носить. Вот. Все. Всем пока, как говорится.